Оппонент отвечает: синий не борется, а с кем же тогда борется красный? Да. Они в любом случае борются. Конечно же. Каждый, кто вышел на ковер, это уже он вышел бороться. Весь вопрос. Да, как борется? Да. В качестве борьбы. Ну что ж, красная форма у нас Ева Альберти Фиастри. Это Франция. Поздравляем французов. Они молодцы. У них по женщинам была золотая медаль в первый день. Весовая категория до 50 килограмм. Корчьер выиграла. И вот еще одна девушка вышла в финал. Весовая категория — это уже 47 килограмм. А в синей форме Анастасия Попова, ФИАС-1. Борьба за захват. Захват надо взять очень хороший. Тот, с которым ты можешь применять приемы, которые отрабатывались годами на тренировках. И арбитр этой встречи — Анатолий Гершман, Израиль. Боковой судья — Анастасия Молодич, Молдавия. И боковой руководитель ковра — Каджахару. Каджахару у нас представляет Румынию. Да, вот слышно, кричит с трибун тренер «Можно?». Да, Александр Андриан Каджахару, Румыния. Так, бал. Один балл. Один балл Попова. И переходит на болевой. Есть еще по одному предупреждению у каждой из спортсменок. Ну, сейчас защищается Альберти. Спортсменка в красной куртке защищается и, ну, не убирает голову, она просто держит руку. Сейчас, вот видите, крепко. Надо, конечно, как-то голову еще бы хорошо убрать, а может быть даже и приподняться. Но в таком случае я могу только советовать, а, конечно, действие будет делать сама спортсменка. Вот здесь надо вставать, конечно, на ноги. Надо вставать на ноги Альберти, потому что так можно не удержать. Но нет, смотрите. Удержала. Так. Совещание. Да. Арбитров на ковре. Или видеоповтор будут смотреть, или просто обсудят ситуацию. Разведены по углам. Сейчас на ваших экранах Альберти, представительница команды ФИАС-3. И была буквально быстренько Попова. Да, они вот перематывать стали видеоповтор. Мы видим отсюда с нашей позиции. Только я не знаю, что они хотят посмотреть. Там мне казалось, какой именно эпизод? Может быть, тот бал, не бал? Да. Возможно, и они вот этот эпизод, да, они вот смотрят, было ли это за ковром или как. Сейчас, наверное, они просмотрят. Ну, Иван Нетов смотрит, главный судья соревнований. Да, что-то вот сказал Иван Нетов сейчас, и, видимо, будет принято решение. Анатолий Гершман вообще опытный арбитр. Во-первых, он и председатель судейской коллегии Федерации самбо Израиля. А во-вторых, вот он был руководителем семинара судейского. Борцы на середину. Как ему грамотно оценивать все ситуацию? Все без изменений. Они подтвердили, что их решение было верным. Да. Они просто в этом убедились. Руку перетягивает синяя. Сдерживает с трудом натиск, сдерживает француженка. Ну, вот здесь ошибка была у Альберти. И опасное она положение. Может сейчас попасться на болевой на руку. Что и происходит. Вот все. Сдача. И это была весовая категория 47 килограмм, где бронзовыми призерами стали Анна Влас, Молдавия,
Руслана Шоба. ФИАС-2. Серебряная призерка Ева Альберти, ФИАС-3. И победу праздновала Анастасия Попова, ФИАС-1. Поздравляем всех победителей призеров.